Здравствуйте! Это новости канала Паша Блогер. И сегодня у нас в новостях: повстанцы украли магазин. Марсиане спиздили магазин. Сейчас я вам покажу. Вчера, ебать, на этом месте стоял магазин. Куда он пропал? Скажите мне, пожалуйста. Куда, блядь, пропал магазин? Скажите. Марсиане все-таки прилетели на эту планету и украли наши магазины. Привет. Если ты это смотришь, пожалуйста, скажи мне, блядь, куда ты спиздил наши магазины? Скажи, пожалуйста, куда ты украл наши магазины, а? Сука, поставь лайк этому видео, понял? Ты, да, чё ты на меня смотришь, а? Чё ты смотришь на меня, а? Ты не на меня смотри, давай ниже вот под видео ставь мне лайк, короче, и подписывайся на мой канал, ты понял? Быстро подписывайся на мой канал, блядь. А еще не забудь нажать звоночек, блядь, под этим видео, ты понял? И на меня так не смотри. Я жду, давай, я жду. Я тебе даю 5 секунд, чтобы ты поставил лайк мне и подписку сделал, а еще нажал звоночек, чтобы быть первым, кто посмотрит новое видео. Давай, я жду. Раз. 2, 3, 4, 5, все. Поставил лайк? Молодец. Молодец, красава, красава. Красавчик, мальчик. Про красавчик просто. Молодец. А теперь вопрос. Куда пропал магазин, а? Куда магазин пропал, а? Скажите мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, куда пропал магазин? Все, я тебя понял. Пойду писать письмо в бюро инопланетных расследований.